Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. С Новым годом, поздравляю вас. Вот в Ташкенте Чорсу базар, где мясо продают. Это большой купола, кто знает, Чорсу. Самый красивый, самый большой рынок в Ташкенте, в Средней Азии. Здесь выбор очень большой. Можете любой мясо выбрать. Вот это купола, который здесь. Вот продукты на Новый год продаются. Мне очень нравится этот базар. Ну, в Ташкенте все базары, рынки очень хорошие. Все есть, все вкусно, фрукты очень много. Добро пожаловать в Ташкент. Приезжайте, гости. Вот на Новый год наши детишки вышли в рынок покупать на Новый год продукты, овощи. Дешевле, все нормально. Так что хотел делиться с вами. Вот большой базар. Заходите, там очень интересно. Я постоянно здесь приезжаю и покупаю продукты. Вот здесь готовят плов. Вот сейчас мы прямо едем туда. Вот сладость продают, вот видите, конфеты разные с правой стороны. Вот, ну вот, практически халва, всякие разные. Вот, постоянно мы здесь покупаем. Вот, видите, с правой стороны. Прямо вот лепешки продают. Хлебный город Ташкент. Вот начинается отсюда. Очень горячие лепешки. Правая, левая сторона, сейчас вы увидите. Ну, иностранцы покупают здесь очень много. Узоры на лепешки здесь хорошие, очень вкусно пахнет. Ну, самое главное, хлеб. Хлеб на город Ташкент. Поэтому никто от голода не умрет. И если сюда придет гости. У нас гостеприимный народ, всегда к уважению гостей. Merry Christmas, everyone! Всех! Там Санта Клаус, там Санта Клаус, там Санта Клаус Лейн. Сынам Бексинам, his reindeer's blowing on the rain. С Новым годом, дорогие мои! Чтобы не болели, желаю счастья, удачи. Подписывайтесь на Суперстрой. Мой канал.